Какой Дима красивый сегодня! Всем привет! С вами канал Акмайн. Смотрите, какие у него кудряшки снова появились. Какая красота! У нас сегодня утро начинается с чая. С ароматного чая. Смотрите, у нас тут в чае малина сушеная, виноград сушеный, белый, черный и лимон. И все. Да, и малина, и все. Больше ничего нет. Ну, чай такой ароматный, такой вкусный, прям обалденный. Просто я даже не ожидала, что там вообще получится, и что у него будет вот такой вот цвет темненький. Но это очень вкусно, да? Тебе понравился чай? Да. Понравился, да? У нас тут еще блинчики на утро с утра. Мы доедаем. Да? Да, мы доедаем блин. Один твой, два мои. Ну, будет не мой, будет... Вот этот будет мой. Сам поджаристый, что взял? Поджаристый. Да, может, ты беленький возьмешь? Я поджаристый, я хочу. Ну, блин. Даже Диме, он все горячий, наверное, еще, Дим. Нет. Нет? Даже Диме понравился ароматный чай. Я думала, получится фигня какая-то. Но нет, так вкусно. Да? Вкусно и хорошо так. Да? Да. Сына. Вкусный чай? Вкусный. Тебе понравился? Сыночка, с чем блинчик-то? Мы что-то развернули, так и не поняли. То ли он с творогом. Вроде мы с творогом съели блины. Наверное, он с каким-нибудь сыром, чем-нибудь еще. Да, Дим? Да? Что ли это с рыбкой? Что там? С рыбкой. С рыбкой? Да ладно. Нет, мне кажется, он там с сыром или чем-то таким. Сосед. С рыбкой. Разнообразие кофейных гущ. Похож на какой-то корабль немножко. Чуть-чуть уже сдвинулось там посерединке. Но это красиво. Это красиво. Это чертовски красиво. Так, всем привет! С вами канал Артмани. Так, сейчас мы с вами будем перекладывать. У нас есть такая коробка. Кстати, коробки вот такие вот очень просто удобные, просто шикарные. Которые вот именно вот открываются, закрываются вот так вот. Очень удобно. Мы хотим сюда переложить из этой коробочки наших животных. Помните, мы покупали много очень разного конструктора. И все, смотри, как удобно. Еще, правда, тут скотчем надо доклеить чуть-чуть. Так и за вот такую лайлю. Нельзя. Нельзя. А вот соседка ведет и все. Вот, и теперь мы хотим этих животных поставить к треку, да? У нас вот такие вот игрушечки. И мы хотим их тут выложить, да? Выставить. Ставь. Как будто животные там у нас гуляют вдоль трека. Это вместе с вами мы еще покупали давно в этом Вальдресе. Какая красота у нас получилась. Заботики. Животные. Я поставлю заботики. Да, давай машинки. Давай. Можно машинки включать? Можно? Давай, можно. Красную пустим первую. Красную. На, прекрасно всех были на лайфе. Все, застряла. Застряла? Застряла. Так.
Это у нас беленькая, это у нас арка. Арка и вечером очень красиво смотрится. Покажем вам, как вечером смотрится. Прям едут. Современная железная дорога. Что-то там застрял.